Привет, друзья! Воскресенье, последнее воскресенье октября и заключительные игры 26-го тура чемпионата страны среди команд высшей лиги. В этот день пройдет несколько игр, но я решила спрогнозировать поединок Торпедо Белас-Шахтер в первую очередь, потому что слишком сладкие коэффициенты предлагает Максайн на победу той и другой команды, поэтому именно на исход я и буду ставить. Победа жодинцев у Макслайна коэффициент 3,65, у солигарчан 2,11, ничья 3,45. Согласитесь, цифры таковы, что рисковать стоит. Хотя рисковать не рисковать, давайте разбираться, и я расскажу, какими измышлениями я руководствуюсь при прогнозировании этого поединка. В первую очередь, конечно же, я смотрю на историю личных встреч, коих между жодинцами и солигарчанами было 44, из них 28 заканчивались победой горняков, у автозаводцев 4 раза меньше 7. Плюсик в сторону Шахтера. Дальше. Солигарчане перед стартом тура на второй позиции. Я думаю, они жаждут сохранить за собой эту позицию, потому что все очень плотненько между вторым, третьим, да и четвертым местом. А жодинцы же метят на как раз-таки на четвертое, имеют все шансы на него еще запрыгнуть. Но я думаю, корректировки в четвертую, пятую позицию, а возможно и в первую тройку, будут внесены после поединка Динамо Минск, Динамо Брест. Поэтому, скажем так, турнирные подвижки либо закрепления Жодина не столь очевидны, как необходимость победы для солигарчан. Поэтому, ну еще плюс, естественно, приплюсовываем сюда результативность выступлений команды и успешность при Ташуеве, когда за много-много туров было лишь одно поражение. Поэтому я думаю, что Солигорск, солигорчане должны победить в Жодино, и я, собственно, буду ставить на их победу. Хотя, еще раз напоминаю, очень хорошие коэффициенты, шансы высоки у той и другой команды, поэтому думайте сами, решайте сами, играйте и выигрывайте.